преимущество чувствовала, была готова на 100%, ведь мы на чемпионате России, по-другому быть не может. Соперница тоже хорошая, давала бой, как бы нелегко было, потому что каждый готовится на победу. Бой, в принципе, прошел хорошо, так как мы рассчитывали, вот, но дальше больше. Соперница очень хороший, мастер спорта, финалистка там первенства России, по-моему. Вот, достойный соперник, хорошо подготовленный, даже неожиданно. Ну, доставило мне проблемы, но мы справились. Свое преимущество вы ощущали? Да, ощущала, но вот опыт все-таки сказывается. Конечно, мы там ездили на международные турниры, я уже не первый день в боксе, поэтому мне это очень помогло. Если говорить по персоналиям и кого-то бы отметил, я бы, наверное, выделил Коль в весовой категории 52 килограмма, Аторову с Калининграда. Ну и, в принципе, девочки все показали достаточно зрелый бокс. Все равно оставляет, значит, место, где и над чем работать. Поэтому на сборах мы будем приглашать их и дальше с ними проводить работу.